Всем привет! Вы на канале МЛР, и сегодня у нас обзор на краску Титанс. Вот такая краска с Индии, привезенная. Заказал ее на ГМе. Сейчас все уже успели почти на нее снять, кроме меня. В общем, будем сейчас ее тестировать на железном гараже при минус... Сколько сегодня? 4 градуса. Угу. Так как я на все снял уже, и мне это уже порядка надоело, сейчас, в общем, буду ей заливать и пробовать как по хрому. Так, ну давай попробуем. Сейчас сначала букву L законтурим. Как по хрому работает. Кстати, банка 300 миллилитров, если можете заметить, маленькая такая. Ну, что-то она по хрому вообще очень плохо работает. При том, что хром уже высох. Ну, не знаю, по хрому что-то вообще не очень. Сейчас мы ее будем закрашивать. Фу, вонище от нее. Ты чувствуешь? Носками воняет каким-то. Она потными. Сейчас фэт наденем, почему-то он... Не очень, со скинника работает, хотя стандартно идет скинник прозрачный. Сейчас, по-моему, даже покажу, у меня есть вот стандартный кэп вот такой вот идет. Ну, не знаю, сейчас мы, в общем, наденем фэт. Я буду заливать, то иначе с этим скинником я здесь буду до старости стоять. Руки просто при этом мерзнут. Не скажу, что прям неистово, потому что я как-то более-менее в этот раз подготовился. Вот что фэта. Давайте пробовать букву как раз сейчас заливать. Банка уже как пустая. Ты прикинь, что она реально заканчивается. Но зимой она очень плохо работает. Прям вообще очень. Вот одна буква залита. Я, ничего страшного, черный есть еще. Мы закрасить сможем полностью. Сейчас я попробую тогда закрасить здесь. Он же не могла успеть промерзнуть так. Прикинь, она все. Она пустая, это не из-за того, что она промерзла. Хотя, может, из-за этого, но не, ну она. Может, так сейчас, чтоб со стенок заскрести. Одной банки хватило вот на столько. 300 миллилитров, капец. У меня есть черный Артон. Вот Артон, конечно, крут. Что тут говорить? Вот, если даже сравнить, как он работает. По хрому Артон. Он отлично его перекрывает, никаких вопросов нет. Но это вообще какая-то биба. Короче, вот такая же банка Титанс, только белая. Я буду контурить, не знаю, насколько хватит, и объем еще плюс делать. Но это смешно, конечно, что одной банки хватило на одну букву. Я не знаю, как это воспринимать. Но говорят, надо фэтом продувать. Она не замерзла, она в машине сейчас. Ну, короче, кэп, она меня забила. Ну, белый вообще водянистый что-то какой-то. Ну, не водянистый, а пигмент странный. Давление теряется почему-то. Очень пустая краска. Я вот не знаю, ее натрясли причем в машине. Смотри, что. Она просто не дает писать. Только так. Хотел я фэт. Вот с фэта тоненько поливает. Льется вообще по-страшному. И плюс пылит, кстати, очень сильно на рисунок. И вот приходится каждый раз трясти. Ну, вторая банка. Ребята, это полнейшая шляпа. Вообще даже не тратьте деньги. Ну, почему Артон нормально пишет сразу? И белым. Вот он белый, а это какая-то... Резюмирую про эту краску. Краска ни о чем. Быстро заканчивается. Вы сами видели, черным мне хватило только букву R закрасить. И чуть-чуть
М. Я ей даже не намечал, я намечал Артоном. Белая — это вообще какая-то биба, блин, я не знаю, прозрачная, ну, короче, херня. Я не знаю, как по-другому это назвать. По черному, ой, по хрому работает вообще отвратительно. Ну, короче, вот это я не просто не рекомендую, а даже не советую покупать. 300 мл заканчивается быстро. Зачем она нужна? Непонятно. Тем более за 360 рублей за банку это очень дорого. С вами был МЛР. Так что все. Какой-то обзор. Короче, не стоит брать.